О благоустройстве сельских поселений Славянского района мы регулярно рассказываем в программе «События». Один из лидеров нашего муниципалитета, задающих тон в этой работе, Анастасиевское сельское поселение. Что будет сделано в поселении в этом году, смотрите в следующем материале выпуска. Вопросы благоустройства в станице Анастасиевской и во всем поселении находятся в центре внимания властей. Делается все возможное, чтобы добиться для жителей поселения еще большего комфорта. В первую очередь речь идет, конечно, о дорогах, которые являются альфой и омегой любого благоустройства. Вот уже второй год подряд, благодаря участию в краевой программе, обеспечивается финансирование в 25 миллионов рублей на дорожное строительство. Это, конечно, очень сильно помогает в решении имеющихся проблем. Это Ханьковская автодорога, которая всегда она в плохом состоянии была. Вот в этом году мы отработали 1700 метров на сумму около 12 миллионов рублей. И вот улица Краснофлотская, это вторая улица по объемам денежных средств, порядка 8 миллионов. Здесь более километра. Улица давно стояла в ремонте, и слава богу, что мы в этом году ее успешно делаем. Хорошо, что работы идут сейчас, когда установилась летняя жаркая погода. Очень важно, что работают профессионалы своего дела, которым не привыкать добиваться высокого качества. Работает у нас субподрядчик «Ремдорстрой», который направил к нам Славянское ДРСУ. Хотим выразить благодарность за отношение к работе, за качество к работе, в работе и за то, что мы в этом году очень важные вопросы решаем благодаря вот этой программе. У нас еще будут в работе три тротуара, в том числе очень важный тротуар по улице Ленина в хуторе Ханькове протяженностью более 1 километра. Успех дорожной программы сельского поселения обеспечивается во многом благодаря активному участию анастасиевцев как в определении приоритетности ремонта дорог, так и в личном содействии работе. Прежде всего, это дороги в гравийном исполнении. Более 1000 кубических метров щебня мы в этом году уже вместе с жителями уложили. Это рачительные хозяева, которые следят за дорогами. Хочу сказать, что 17 августа будет утверждение в Министерстве дорог списка на следующий год. Этот список подготовлен на основании обращений жителей, на основании совместной работы и с депутатами разных уровней, и с нашими квартальными. Итак, работы идут полным ходом. И до конца года еще будет многое сделано, ведь создание комфортных условий для жителей и гостей поселения успешно продолжается. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».